Мать ребенка, погибшего на тренировке в физкультурно-оздоровительном комплексе, пытается привлечь руководство ФОКа к ответственности. Я подошла к двери, меня не пускали. Сказали, не мешайте, туда вам нельзя. Я не выдержала, ворвалась, открыла дверь, там Кирюшенька мой был. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».